или штраф против генерального директора саратовских авиалиний возбудили уголовное дело. Не впустили в Россию. Пограничники пресекли попытку ввоза наркотиков из Казахстана. В Саратове самая дешевая селедка под шубой. В Минэкономике составили рейтинг регионов Приволжского федерального округа по дешевизне новогоднего блюда. Об этом и не только расскажем в программе «Новости РЕН-ТВ Саратов» в 19:00.